«Узнай все о деньгах». В Кишиневе была запущена образовательная кампания для граждан, целью которой является продвижение основных навыков, необходимых для выгодного финансового управления и разъяснения, когда кредит может быть прибыльным, а когда от него стоит отказаться. В основе инициативы лежит статистика, согласно которой из года в год молдаване заимствуют все больше, хотя доходы зачастую те же. Идея в том, что финансовое образование населения делает кредитный бизнес более сбалансированным. Кредитование денег – это всегда двусторонний бизнес. Тот, кто дает деньги, и тот, кто их берет. А финансовое образование помогает создать долгосрочный бизнес. Отвечает за компанию Агентство по защите прав потребителей и надзору за рынком в партнерстве с Американской торговой палатой при поддержке внебанковской кредитной организации UT Credit. Проект продлится год и охватит все регионы Молдовы. Это информативная кампания. Учеба, литература, практические занятия, присутствие на территории. Это методы, прямой контакт. Мы работаем с населением самых разных возрастов. Важно работать с учащимися, студентами, а также с обществом разных возрастных категорий. В ходе кампании будет выпущено более 20 видеороликов с практическими рекомендациями о том, как планировать свой бюджет, экономить деньги или делать успешные инвестиции. В то же время будут созданы медиаплатформы, с помощью которых граждане смогут предлагать темы для кампании «Узнай все о деньгах». Способность каждого человека управлять своими собственными финансами не только влияет на его благосостояние, но в конечном итоге оказывает влияние на развитие всего общества. По данным Национального бюро статистики, только в нынешнем октябре объем выданных кредитов увеличился почти на 18% по сравнению с прошлым годом.